с GamePro. Это децентрализованный портал для мобильных игр, построенный на технологии блокчейн. Пользователи, которого получают доход в виде криптовалюты, без вложения дополнительных денег, без дополнительного обучения, просто играя в предложенные игры, соревнуясь с партнерами и выигрывая. Для разработчиков тоже есть огромные плюсы. На платформе за счет вознаграждений будет собираться большой геймерский трафик. А это значит, что у них всегда будут клиенты. Они смогут продавать свои игры на платформе с GamePro. Экосистема с GamePro построена таким образом, чтобы рекламодатель мог монетизировать пользователей за просмотр его контента. Это выгодно как рекламодателю, который сможет гарантированно найти потребителей, так и для пользователей, которые смогут получить дополнительный источник дохода. Третьим несомненным плюсом платформы является блокчейн. Вся оплата внутри платформы будет производиться в токенах компании через блокчейн. Все будет прозрачно и грамотно настроено, без каких-либо подводных камней или обманов. Все будет записываться на контрактах и отслеживаться внутренней системой. Игровой маркетплейс предлагает большой ассортимент товаров за токены платформы без использования фиатных денег. Функция Live позволит проводить прямые трансляции игр для своих фанатов с прямым приемом пожертвований для поддержки своих игроков. Реферальная программа стимулирует привлечение игроков на платформу. Дополнительные функции позволяют независимым экспертам тестировать новые игры, организована система противодействия мошенничеству и защите игроков во время игры. С GamePro также помогает издателям зарабатывать криптовалюту, предлагая качественные игры с захватывающими задачами. С GamePro сотрудничает с некоторыми из самых известных издателей игр в индустрии мобильных игр. В команду проекта входят люди из разных областей. Люди с большим опытом работы в сфере маркетинга, разработки мобильных приложений, ведения бизнеса в игровой индустрии. Маркетологи, разработчики смарт-контрактов и другие. Основной валютой на данной платформе будет токен JSM. Он сделан на эфире. Всего токенов будет выпущено 350 миллионов. Присоединяйтесь к компании с GamePro.